Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Сегодня мы с другом приехали на рыбалку, опять на свои любимые места. Ну что из этого вышло, можете посмотреть видео, увидите. Словил я сегодня 2 шнурка, но дались они нам, конечно, тяжело. Поменяли множество приманок. Пробовали и вертушки, и колебалки, и воблеры различные. Вот 2 поклевки, точнее 2 щуки, было словлено на колебалку, на очень медленную проводку. Практически тянул колебалку по дну. Вот, как бы порадовала колебалочка 2 щучками. Было еще несколько ударов и 1 сход. Ну, как бы я считаю, на бесклевье, и это результат хороший. Но хотелось бы больше, хотелось бы лучше и покрупней. Но щука особо брать не хочет, поэтому пробуем ее как-то заставить. Но не все у нас получается, то что мы хотим и на что планируем. Кому интересно, продолжайте смотреть, покажу щучек. Сразу хочу, друзья, показать подсумок. Кто не видел видео, такая хорошая вещь для телефона, для штатива, для документов, для ключей. Хороший, удобный. Вот я отходил 5 часов, и мне довольно подсумок понравился, не мешает. Всегда под рукой все находится. Телефон, штатив. Удобно доставать, брать. Видео есть. Ссылочка будет в описании под видео на подсумок. Кому интересно, заходите, посмотрите. Видео на подсумке есть, ссылка, где я его приобрел. Приехали с другом порыбачить. Ходим уже около 2 часов. Уже пробовал и воблеры, и резину. Решил одеть такую вот колебающую колебалочку блесну. Еще со старых моих запасов. Сейчас убежит. Блесенка. Кондор. Довольно старая, ее уже, наверное, лет 15. Вот буквально с 5 проводки сначала был ударчик. Ну и потом где-то уже с 3 заброса взял вот такой вот шнурочек. Сейчас убежит. Как бы небольшой шнурок, но все равно приятно. Хоть какая-то поклевка, какой-то хвост. И что интересно, засеклась вообще слабенько. Только вытянул на берег, сразу слетела. Я уже достал щипцы, хотел вытаскивать. Она брыкнулась и отлетела с блесны. Ну, походим. Уже радует, что хоть какая-то поклевка. Прошло буквально минут 10. Еще одна поклевочка. Такая вот щучка села опять же на эту же колебалочку. Веду медленно-медленно. И опять порадовала поклевкой. Она воблеры не хочет почему-то. Сейчас пройду с колебалкой, потом попробую опять зацепить воблер и половить на него. Поклевочки слабенькие. На колебалочку словил 2 хвоста. Прошел дальше. Еще было пару небольших поклевок. Потом как обрезало. Сейчас одел свой любимый воблер от фирмы Беркинг. Попробую пару раз кинуть воблер.
Здесь как бы были удары на этом месте. Вернулся. Попробуем. Что такое бесклевие и как с ним бороться. На воблер даже нету ударов. Поменялся ветер и вообще перестало клевать. Правда, был один сход, там тоже небольшая щучка была. Тягаем, тягаем, что только не пробовали, и вертушки, и колебалки, и воблеры. Не хочет рыба брать особо. Нету жора, нету особо клёва. Кстати, вот как починил хлыст свой, соединение, стык. Еще не починила. Просто сделал воском. Теперь хорошо. Ни разу за три рыбалки хлыст не вылетал. Сегодня тоже как бы проходил часов 5. Все отлично. Ни разу не выскочил. Держится крепко, стоит на своем месте. Кому интересно и не видел предыдущее видео по ремонту спиннинга, можете посмотреть, как я сделал место соединения, чтобы хлыст не вылетал с комля. Наверное, на этом будем уже заканчивать, собираться ехать домой. Всех благ вам, друзья, вашим семьям. Ни хвоста, ни чешуи на рыбалке. Оставайтесь на канале. Кто не подписался, подписывайтесь. Буду очень рад. Особенно, когда вы пишете комментарии. Комментарии по делу. Видно, что видео снимается не зря. Что вам интересно это смотреть.
Да и дизлайки тоже как бы стимулируют на работу. Значит, кому-то что-то не нравится. Конечно, если люди ставят дизлайк, то лучше написать, почему что не понравилось, чтобы в дальнейших своих видео устранять какие-то ошибки. Но, как говорится, кто не ошибается, значит, тот просто ничего не делает. Все, друзья, до новых встреч.